Steam есть этой политикой нормально все. Мама-мия, лич. Мама-мия, Олега. Та же, как которая лич? 26-й? Или 38-й? Ощущением 85-й. 12 зрителей, потому что кастомку никто не смотрит, поэтому всем насрать на эту кастомку. Релакс, так и есть. В основном смотрят видосы, и то мало. Так, подписываться, чтобы было, да? Чтобы была возможность хоть иногда посмотреть неинтересный, скучный видос. Пиво дамажит неплохо. Суммарно урон от горения 320. Усиливается торчеркой. Мощь. Для того, чтобы продлить длительность чайника, нужно всегда кидать сосульки. У меня был, можно сказать, практически идеальный билд для рекорда. Я боялся сдохнуть, и поэтому как-то пытался выжить. Сосульки не ставил. Что-то тут все такое интересное. Куда идти, пока не знаю. Рики Джайн Страйт не нашел, зато анимацию нашел. Можно в мастера идти. А, окей, напишешь, окей. А, там фокус. Живи, Лина. Ух. А ты раньше не мог сделать? Ну... Блин, ну ладно, пока ничего нет. Пускай будет так. Блин, тут защита дофига и щит. Слишком дофига защиты. Много удачи не получишь. Да? Это нужно каждый день играть и идти в рекорды. Соответственно, да? Подниматься в топы по рейтингу, участвовать в туриках. По-другому никак. Можно попробовать найти какой-нибудь баг и кинуть в Дискорд. Написать в Дискорде баг-репорт, кинуть скрин. Возможно, за это тоже дают удачу. Я точно не знаю, но вроде как дают. Если ты рекорд сделал, да, вот если ты находишься вот здесь в рекордах в таблице, то за это точно дают удачу. Сколько конкретно, не знаю, тут не написано, но должны давать. Рекорды просто так не ставятся. Я вчера сыграл на личе топ-1 и хотел на рекорд пойти, у меня практически идеальный билд был. И что в итоге? Обосрался. Нифига не получилось, как обычно. Как обычно, пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. И до какой же ты волны дошел на личе? И что у тебя были за способности? Потому что у меня была бажу, уже был мультикаст, практически было идеально. Найти бы какой-нибудь типа нихилизм или его гост, чтобы жить. Там в любом случае крипы неприятно делают, однозначно. Да и у меня, можно сказать, чтобы не было сейва. Но я тролля переиграл. А, даже бажу же мультикаст? Гасси, ты везучий. Блин, я-то могу взять Quill Spray, чтобы бегать и... Ну, для этого нужно что? Небольшая удача, чтобы тебе выпала под колечки пассивка. Пассивка...
есть, конечно, вероятность того, что она выпадет, но она такая маленькая, что большие сомнения, что что-то получится. В смысле, у тебя кнопка сломалась, зачем ты ее сломал? Нельзя ломать кнопки. Включи отдельно клавиатуру. Уже сделал после твоей игры, что ли? Или что, что ты имеешь в виду, уже сделал? Ого! А что ты так умираешь? Серьезно? Ясно. Ясно, понятно. Как говорится, ясно, что ничего не ясно. Я так понимаю, у тебя специально клавиатура лежала на заготовке, да? Ждала тебя такая, ну возьми меня, да ну возьми меня. А ты такой, о, пора, у меня кнопка сломалась. Иди сюда, да? Нет, не умирай, он сейчас умрет. Все-таки Juxtapose сыграл свою лепту, внес свою лепту, потому что он бы тогда Эклипсом бил бы только по ней и убил. А так Эклипс разошелся на другой цели, все. Изи. Мне, если честно, уже сильно надоело играть на личе и пытаться бить рекорды, потому что это абсолютный бред, когда ты пытаешься, а у тебя нифига не получается. Я помню, что у меня была игра на ОД, я тоже пытался, и в итоге что? Получилось на идеальную игру, вот рекорд. Вот рекорд, это ОД, тот самый ОД, на котором я и хотел поставить рекорд. Но если бы это было раньше, это было бы примерно вот здесь. Возможно, вот здесь, не знаю. Сейчас, к сожалению, вот так. Дальше не получается. На личе у меня пока такая же херня. Многие вот сюда дошли, а у тебя уже все. У тебя уже возможность практически ушла. То есть сейчас тяжело пройти. И раньше было немножко легче. Сейчас тяжелее играть. Вот чувак оправдывает свой ник. У него реально билд называется Лень. Но ему сюда взять не овердрайв, а слоуберн, чтобы наоборот увеличивать дэмэдж. Не уменьшать, а увеличивать. Потому что у него дэмэдж как раз под овердрайв, под слоуберн. Овердрайв это не тот перк, к сожалению. У него билд терпильный, и чем дольше он находится на дуэли, тем меньше дэмэджа. И для него это плохо. От него можно попытаться побегать просто, потому что у него дэмэджа не будет. Ты убежишь. Он тебя не догонит, у него урон пропадет, и все, ты подойдешь, его убьешь. Сложно? Нет, легко.
Тут можно эклипсом попытаться убить. Кстати, вот эта кнопка жесткая. Но любой дэмэдж, и ты все равно в Найтмаре. Хоть физика, хоть магия, все равно. Пофиг. Ему главное не бить его. У него есть шансы, но, правда, не настолько большие, как хотелось бы. Потому что, ну что это такое? Я понимаю, да, у тебя билд магический, Селестиал первым слотом гениально, аганим для Бладмиста. Вот и всего дэмэджа 0. Этот чел без предметов выиграл его, без предметов. Книжку можно, ее нужно заобузить, ее нужно нажать, не меняя способность, закрыть и продать, тогда только за 2750, и сразу, там, 6 или 7 секунд, тогда продаешь, за полную стоимость, то есть она у тебя появилась, ты сразу нажимаешь, закрываешь и продаешь, за что спасибо. Нормально. Я так полагаю, Мунглейвы должны... Нет, по-моему, как раз когда ты активируешь Мунглейвы, то эффект Ренда не вешается на всех. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. В смысле, раз 10 ты пытался? Что пытался? Продать книжку за 2750? Я жду, что ее нужно сразу продавать. Там есть определенное количество времени. Не успеваешь, не получится. Я жду, что тебе нужно нажать. Появится выбор способностей. Ты нажимаешь закрыть и сразу продаешь. Там даже еще показывается... Там реально даже показывается время оставшееся. Если ты успеваешь за это время продать, ты продаешь за полную стоимость. Ты можешь даже посмотреть ролики. Надо, правда, нужно искать момент, где я это делал. Но это работает. Да, скорее всего, не успел. Как я и сказал, что ты не успел. Но это в любом случае работает, поверь. Даже нейтралка. Вот у тебя появляется выбор нейтралок. Если ты ее взял и сразу не продал, ты ее продаешь за половину. А если ты сразу взял и продал, ты продаешь ее за полную стоимость. Не, ну я ж не спорю, что ты это сам так делал. Если ты об этом знаешь, то в любом случае ты это делал. Либо видел. Верю в БКБшку. Плохо, что когда противник не получает дэмэджа, ты не можешь отхилиться. Бластон не работает. Пока мана не закончится, хп не отнимается. Раньше вроде как работала эта херня, сейчас щит переделали, хп не отнимается в любом случае. Если мана не отнялась, хп не отнимается.
О, да ты чё? Фига себе, у меня две ставки, блин, уже почти 10к. Ну не 10к, ладно, почти 9к. Это прекрасно. Блин, пока думал, что мне собрать, что мне купить. Ставку. Фига себе. Не, ну это, конечно, пассивочный билд, но под рент это люто. Ты ловкач. Раз, с большим приростом ловкости. У тебя сверху 50% ловкости. Добавляется дальность атаки. Плюс рент. Это просто какой-то лютый космос. Что-то он не хочет умирать. Объясните, почему? Потому что Enrage сопротивление магии. Тут сопротивление магии 25%, это вообще ни о чем. Но вот это, когда берешь так вот и отталкиваешь его, он улетает просто в космос. Это прикольно смотрится. Офигеть. Что-то я передумал брать гонца, не хочу. Блин, лютый урон. 448 под первой торчеркой. Ну, логично, да. Обратка будет бить мощнее, это понятно. Она его почти уничтожила. Вот тебе и черентач, блин, мама родная. Пятьсот 576 базовый. То есть суммарный урон горения. Суммарный урон горения. 576. Этот тут взорвался, да и я такой бах. А ну еще раз пукни. Ну вот эта фигня с мультикастом то вообще испепеляет все и вся. А сколько там дэмэджа у чела? Немного. Ну, давай, шотни его, давай. Но он не шотнит его. Я, наверное, вообще никогда не играл на ближнике через вот эту шляпу. Бесполезная хрень. Что на миг все-таки показалось, что это твой играет Некрофос. Страшно было. Нормально. Bye, have a beautiful time.
Блин, интересно, а как будет с мультикастом реплика смотреться? Урон от копий 100%. Замедление передвижения 70%. Дальность применения 1300. Блин, ну алхимик через Enrage, через сопротивление магии, а обратки 0. Кстати, на реплику должен сработать мультикаст однозначно, 100%, миллиард процентов, миллион, 300 миллиардов процентов. Интересно, вроде сработало, но как будто одна. Одна стоит, одна одинёшенька. Неужели она не попадала? Походу, она не попадала. Да. Как говорит Таск, в бешеную луну. Называется тактика Шерах-Бабах. Шерах-Бабах, и нет его. Тут даже колючки можно смело менять, они бесполезны. Помню, как-то играл через Giant Strike, Multicast, ESF и Shadow Race. Берешь, снижаешь КД, и просто происходит дичь. Кольцо, конечно, кольцо прям идеально смотрится, а чё нет? Всё, 17 тысяч урона. Нормально. Да, здорово, лич с мультикастом, да. Вчера тоже был лич с мультикастом, ты не видел. Я обосрался. У меня нифига не получилось. Я обиделся. Я выиграл игру, у меня была бажужа, был мультикаст, я шел на рекорд, я обосрался. Просто обосрался. Это обидно. Блин, жесть там вообще какая-то. Не, ну, с одной стороны, я понимаю, что билды всегда разные, но когда ты хочешь выиграть, у тебя вроде как все получается, но ты не проходишь далеко, это настолько грустно просто. То есть у тебя есть возможность пройти далеко, а у тебя не получается. Да, без защиты играть против него бесполезно. У него имба против него, просто имба. Ну, сколько дает интеллекта? Почти сотку. Да, в смысле? Понял. Она там не должна была проигрывать вообще никак.
Не, ну тут могу с уверенностью сказать, да, это подкрутка, конечно, согласен. И на сейве повезло, и Халак выпадает под Тинкерер, тоже имба, мультикаст. Просто я жалею, что Тинкерер, если через правильную нейтралку, имба лютая. Ну, сам понимаешь, да? Это же это просто космический урон. Как с этим поспорить? Тут, к сожалению, нельзя не поспорить, что если ты берешь Тинкерер под определенную нейтралку, это 100% имба. Я понимаю, что если против тебя играет маг с сопротивлением или физик с сопротивлением магии 90%, не поможет это переиграть. Но об этом нужно думать. Это нужно как-то пытаться переигрывать. Рошанс. Рошан. Можно стать супер кучей. Опа. Гигантской. Блин, вот это он гигантский, это кошмар. Девяносто, конечно. Можно и больше. Ну почему? Я же говорю, что вот Халак взрывается, да, огромный урон за счет силы. За счет интеллекта. Это логично. Блин, тут физика. Ну что, это не имба? 15 тысяч уронов в БКБ. Просто херакнуло ваншотом. У него, кстати, фалс промеса не будет, он сейчас сдохнет. Эти крипочки больно бьют. Let's go. А что там?
А, бьют. Интересно, бажу же вообще выпадет или нет? Баджуджа. Блин, там, кстати, была этот нихилизм, по-моему. Мне кажется, сейчас начнутся дикие лаги. Really? О.
Мне кажется, вот если ставить больше чайников, то вообще жесть будет лютая. Если много будет чайников, игра залагает. Я боюсь ставить много чайников, потому что игра залагает. Самое главное, чтобы эти сосульки стояли. Если не ставить сосульки, то, к сожалению, далеко не пройдешь. Нужно ставить сосульки бесконечно. У меня этот Enrage бесконечный. Я нашел абуз бесконечного Enrage. Интересно, когда начнется слайд-шоу? Наконец-то я собрал все-таки того лича, которого все ждали, или я ждал, возможно. Главное не обосраться. Как далеко я пройду, не знаю, но мне кажется, что вот как раз это тот самый лич, который подразумевает много волн. Хотя бы 700. Что долго идем как-то. Чайники, давайте разгоняйтесь. Надо больше миллиона урона. Алло. Где дэмэдж? Чё-то дэмэджа я не вижу, блин. Не, ну я прохожу волну быстрее, волну. За секунду вроде прохожу. У меня Enrage бесконечный. То есть, вон, я даже не хочу туда нажимать. Там эффект Enrage, наверное... ...125 секунд, ё-моё. Мне кажется, за этот билд, за вот эту игру... Нужно миллиард лайков. Если мы побьем
свой собственный рекорд, тут нужно миллиард лайков ставить. Говорится, наконец-то, наконец-то я дождался, тот самый момент. Тут придется, конечно, долго сидеть. Минимум час, наверное, еще. Но у меня не тот перк, к сожалению. Да, у меня, конечно, за счет всяких конбендов дофига интеллекта, это логично. Но тут нужно как-то снижать сопротивление магии крипам. Мне, по идее, надо избавляться от интеллекта. Нужно искать банальное снижение сопротивления магии. Хотя бы null field найти. Я даже не хочу смотреть на количество волн. Я хочу, чтобы это быстрее закончилось, и просто мы побили свой собственный рекорд. Наконец-то. Сколько там книжек валяется? Мне кажется, скоро залагает эта игра. Что одни и те же крипы падают, алло.
Интересно, до какой волны мы будем вот так вот за одну, за две секунды проходить? Интеллекта мало. Тут, по идее, надо больше чайников кидать. Но игра залагает, потому что я помню, что у меня просто был слайд-шоу. Еще нужно не забывать, что у меня куча золота. Да, когда крепочков мало, за секунду прохожу. Даже быстрее, мне кажется. Уже начинают лагать. Уже 45 FPS. Вот когда крипов много, долго прохожу. Даже чайник не успеваю кинуть. Так быстро они умирают. Ой, настолько напрягся, что у меня аж просто уже шея болит.
Ух, что-то я задолбался. Она просто переживает, что сейчас не поставишь сосульку, блин, она пропадет и все. Потом вот говорит, да ты не через тот перк прошел. Да тут, блин, в любом случае уже лайк. Уже начинаются лаги, уже 25 FPS. Ух, нифига себе, меня чуть не убило. Алло. Там столько книжек валяется. Мне бы как-то их подобрать.
Там 23 FPS, кажется. Тоже дал, я боюсь, что начнется слайд-шоу, если будет миллиард чайников. Прям дикое слайд-шоу, я помню это. Меньше 20 FPS может быть. Самое интересное, что у меня еще 2 Игиса. Откуда у меня 2 Игиса? Дабуди, дабуда, я... Сейчас, сколько у меня был рекорд? 132 или сколько? О, уже еще меньше FPS. Кажется, как будто, блин, вообще 10. Оказывает, вроде 20. Почему одни и те же крипы падают? Что за... Уже почти меньше 20. Он вроде хочет опуститься на ниже, чем 20. Все еще держится на 20. Самое интересное, что мне нужно этот. Мне нужно перк поменять, веху. Я не успею это сделать, мне кажется. Нет, FPS падает.
А ну когда вот так лагает, тяжело кнопки нажимать, оно как-то, блин, неадекватно реагирует. Да, уже урон заметно пропадает. И лаги увеличиваются. Что-то там как-то мало сосулек стоит, однако. Все, что ли? Дело в том, что если я сейчас возьму во меня вехи, я не успею. Тут надо все моментально делать. Да уже поздно что-то искать. Аркин Аура подошла бы. Просто хочу веку поменять, у меня не получится, мне кажется. Не успею. Сколько там 179 секунд энрейдж длится?
Ну, 1000 тут не пройдешь, тут не пахнет 1000, потому что у меня не тот перк. Ну, хотя бы 700. Уже проблема. Ну, 800 тысяч дэмэджа есть, да. Мне кажется, уже этот бесполезен. Потому что эффект висит недолго. Вместо пассивки вот это, может, что-нибудь найти интересное. А, вот это лаги. Точно не голем, спасибо. Блин, офигеть, вот это лаги. О, нашел. Блин, офигеть, вот это лаги. 15 FPS. Сколько я играю в эту кастомку? С 2021 года. Интересно, до скольки слайд-шоу опустится? Пока 15 FPS. Ух, что-то я уже это задолбался, если честно, немножко. Видите, это слайд-шоу. Сколько это FPS? Уже 14. Блин, две волны осталось до 700, две волны. Одна. И бруда, да? Вы серьезно? А, легкая.
Блин, я хочу поменять веху, но, блин, я не могу. У меня дикое слайд-шоу. Но самое интересное, что если остановить либо на паузу, я не могу поменять. Вот если можно было на паузе поменять, да? Ну а как поменять на паузе? Никак. Это место 737. Будем стараться. Ну это дикое слайд-шоу, тут просто жесть. Уже... Сколько там? Вроде 16. Меня скрипы убьют. Я, блин, забыл продлить эффект Unrage. Пока живу. Долго умирал Рошан. Меня уже настолько дико лагает, что я даже не понимаю, нажал я кнопку, не нажал. Я хочу собрать книжки, а я их не смогу собрать. По-моему, перестал лагать, да? Или нет?
Но Enrage все еще пока... Фу, не Enrage, а... Чайник вроде пока еще дамажит. Все еще. Нажимать кнопки нормально невозможно. Да получается у всех так, я так полагаю. Потому что от этого не избавишься. Нужно прям супер дико мощный комп, чтобы вот эти лаги обрабатывал. Уже точно слайд-шоу. Мне кажется, уже пора заканчивать. А то, по ощущениям, кажется, что это длится уже вечность. Да мне кажется, любой компьютер не вывезет вот это. В любом случае будут лаги. Сомневаюсь, что прям существует компьютер, который вывезет 100% эти лаги. Боюсь, нет. Ух. Неужели все-таки мы пройдем до 800-й? Семьсот семьдесят семь. Мне интересно, а как вам смотреть на такие лаги? Нормально? Вы понимали, Psychic Headband сейчас на данной стадии игры дает
тысяч интеллекта. Сколько там FPS? 12 уже, 12 FPS. Не, уже невозможно играть. Уже такое количество лагов, что... Кажется, просто уже все. Сейчас кастомка просто ляжет. А-а-а! Я не то взял. Я успел вики поменять. Я просто монстр кастомки. Все. Я при лагах успел. У, блин, это жесть какая-то. Мне кажется, Unreach можно менять. Его нет смысла. Вот если взять нихилизм, найти. Просто так бам, и нихилизм, да? Блин, там нихилизм был! То есть вы серьезно? Я только что поменял... Там был нихилизм. Я понял тебя, игра, я понял. Не, я понял тебя, Димасик. Уже невозможно нажимать кнопки. Там был нихилизм. Я сразу взял нихилизм. Что? Сразу поменял, там был нихилизм. Я просто вечно путаю, что это молния. Боже, уже такое слайд-шоу, что я вообще не знаю, что происходит. Десять FPS. Да. Он держится просто на 10 FPS. Но этот гост прикольно, конечно, но мне уже не нужен. Если уже убьют, так точно убьют. Да. Крутилка Акса на рандоме, понятно.
Я нашел. Да, уже идеально не придумаешь. Эти крипы больно бьют. Но эти крипы в любом случае будут больно бить, однозначно. Я уже не знаю, что еще можно найти. Только ауру ЦМ-ки, чтобы добавить дэмэдж. Но тут уже просто нечего менять. Только кучу можно поменять. И собрать свои книжки. Ты еще держишься на 10 FPS-ах. Мне кажется, скоро должно опуститься ниже, чем 10. 100%. Да, кастом Каукра у нас FPS. Согласен. Верните. Его нет. Мне интересно, в следующий раз, если я буду ставить рекорды, не говорите мне про этот рекорд. Лучше не надо. Я не хочу еще раз. Это дикие лаги. Топ-4 уже, да? Мощно. Топ-3 какое место? Ой, фу, не какое место, топ-3 сколько? Восемьсот 72 третье. Я думаю, до топ-3 я дотерплю, я, возможно, чуть-чуть осталось, 20 волн всего лишь.
Да, вот этот рекорд можно ставить, но вот когда такие лаги, это... Это ужас. Так нельзя. Просто дикое слайд-шоу. Ох, ёпперс, это звуки такие. Сильно интересно, если я вылезу, меня начнут больно бить или все-таки простят. Чуть не убили. Блин, несколько раз подряд опасные крипы, неприятно. Это ужасно. Если прищают кастовать, тебе бьют в гост как ненормальные, блин, миллиард дэмэджа. Еле выжил. Мне кажется, без кучи я бы не выжил. Топ-1 я знаю, 1010, я видел. Но я не пройду 1010. У меня не тот перк. Если я дойду до 900, то это будет изи. Но у меня есть Nullfield, он тоже как бы режет сопротивление магии. Это немаловажно на таких волнах иметь снижение сопротивления магии. Да уж. Как говорится, теперь ты видел все. Есть прохождение волн в Ютубе? Вот такое. Мне интересно. Что называется, не зря зашел поиграть. Вчера был примерно такой же лич. Примерно такой же, но меня крипы убивали. Я чайник не держал. Блин, сколько здесь FPS? Все, уже FPS упал просто куда-то в небытие. Верните FPS, пожалуйста. У меня сейчас лицо сломается. По ощущениям не 11 FPS, а как будто единица.
Я еще не знаю, каким чудом я жив. Но мне кажется, вот эта куча, она чисто зарешала. Двадцать одна тысяча интеллекта, просто за счет Psyche Headband. Подожди, сколько он дает? А, 6000 интеллекта. Предметик дает 6000 интеллекта. Че, меня убивают? Алло, не убивайте. Прошу вас. Блин, ну это реально слайд-шоу. По ощущениям, как будто еще меньше стало FPS. Показывает 10. Можно меня поздравить, 900 волн. Уже даже звуки практически не отрисовываются. Не, все, пора заканчивать, уже нереально лагает. Ух, кто не поставил лайк, тот плохой человек. А? И он разлагался, что ли? В смысле, что происходит? Либо мне сейчас комп ляжет, либо игра ляжет. Сколько там процентов уже? 38 тысяч процентов урон заклинаний. Не, потери пакетов нам не надо. У нас вроде потери пакета сегодня не было. Мне кажется, все-таки мне одному кажется, что тут не 11 FPS.
Я играю 111 минут. А из-за того, что вот эти лаги происходят. По ощущениям, уже часа 3, наверное. Все. Она почти легла. А, все, да? Фу, блин! Она настолько сильно залагала, что вот все. Это все. Дальше я не пройду. Там, кажется, чайники закончились. Мне все-таки кажется, что вот как раз на вот этих крипах. Ох, как приятно видеть 70 FPS. Боже, вы не представляете, как приятно видеть такое количество FPS. Я буду жить. Блин, как же решает именно то, что чайник стакается? Нереально решает. Залагало. Фу, блин. Что? Что происходит? Мне кажется, вот это надо скринить. Вот конечный раунд 921. Сколько интеллекта? 12 тысяч чем-то интеллекта. А, кстати, у меня по счету 12.1. Я вот не знаю, как я успел поменять вехи. Это просто чисто везение, реально. Но вот этот билд, это... Вместо кучи, конечно, идеально. Вместо кучи пассивка CM-ки идеально. Идеальный билд.